Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24+, и сейчас я покажу вам, как поменять рингтон. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки» и проходим в раздел «Звуки и вибрации». Здесь мы выбираем мелодию звонка, и теперь мы можем выбрать любую мелодию из системных. Также можем нажать на плюсик и выбрать что-то из нашей музыки. И также мы можем перейти в контакты, выбрать контакты, установить какой-то рингтон контакту. Для этого мы нажимаем опции и нажимаем изменить параметры мелодии вибрации. Выбираем мелодию, нажимаем разрешить. Теперь можем выбрать определенный рингтон для контакта. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.